гостиницах для иностранцев роли швейцаров и коридорных нередко исполняли сотрудники и сотрудницы в штатском. Они внимательно следили, чтобы граждане не нарушали порядок и не проводили в номера всяких сомнительных лиц. А после 23:00 они же стучали в номера и требовали, чтобы посторонние покинули помещение. Но несмотря на их служебное рвение, с ними, как известно, всегда можно было договориться.